Всем привет! Маленькие и большие! Я рада видеть вас, и мы сегодня с вами читаем рассказ про земляничное варенье. А еще там будут мумитролли, которые стали детективами, и они будут расследовать очень-очень важное дело. Ну что, начинаем? Мумитролли и земляничное варенье. В Мумидоле выдался отличный денек. Муми-мама напекла блинчиков и вышла с гонгом на крыльцо позвать всех завтракать. Завтракать, завтракать! У меня вкусные блины с земляничным вареньем! Как странно, сказала Муми-мама. Я точно помню, что принесла земляничное варенье. У меня была большая банка, а теперь ее нет. Куда же она исчезла? Я не могу ее найти. Кто же мог взять банку варенья? Муми-тролль и Сниф очень обрадовались. Кажется, начинаются приключения. Давай, мы с тобой станем детективами, воскликнул Муми-тролль. Давай и найдем похитителя варенья. Вооружившись лупой, детективы приступили к поиску улик. Вскоре они кое-что нашли. Весьма подозрительные красные липкие пятна на трюмо Фрекен Снорк. Может, это земляничное варенье? Нет, это не варенье. Фрекен Снорк нечаянно опрокинула баночку с лаком для ногтей. Вот откуда появились пятна. Эх! «Прости меня, Фрекен Снорк!» – пристыженно сказал Муми-тролль. «На самом деле, мы тебя нисколько не подозревали!» И наши друзья, Муми-тролль и Сниф, отправились по дорожке дальше со своей огромной лупой. Они подошли к мастерской и вдруг увидели какие-то загадочные пятна. Оказалось, это Туту Тики починила кухонный стул и теперь красила его в красный цвет. Она и слыхом не слыхивала о пропаже банки земляничного варенья. «Гляди!» прошептал Сниф, заметив на земле чей-то платок. Смотри, на нем тоже красные пятна. Может быть, это похититель варенья бронил? Да ты что, ведь это же платок Тельфьонки, узнал Муми-тролль. И детективы со всех ног побежали к Тельфьонке, чтобы задать ей пару вопросов. «Ох, спасибо, мои дорогие дети! Я потеряла этот платок, а вы его нашли! Огромное вам спасибо! А я так гадала, куда же я его потеряла? Ведь это был подарок! Какая же я растеряшка!» «Посмотри, — сказал Муми-тролль своему другу, — на ее помаду!» — прошептал Сниф. «Это пятна на платке от ее губной помады!» «О, точно!» — согласился Муми-тролль. «Похоже на платке следы от помады. Пожалуй, не стоит говорить Филифонке, что мы ее подозревали!» И они отправились дальше. И тут они подошли к крошке Мю, а та на них зашипела. «Да не мешайте мне! Не мешайте!»
они решили, что они напали на верный след и вот-вот раскроют тайну банки варенья. «Ну что же вы мне мешаете?» — сказала Мю. «Вы не видите? Я рисую цветы. Это же подарок для муми-мамы». Пятна акварельной краски снова повели детективов по ложному следу. Тут они увидели муми-папу. Он возвращался с рыбалки. «Что это вы такие грустные, приунывшие, а, детки?» «Папа, пропала банка маминого земляничного варенья. Она оставила ее на террасе. Ведь, наверное, кто-то ее украл», – доложил Сниф. «Мы собрали множество улик, но так и не нашли воришку». «Эх!» – вздохнул Мумитроль. «Ха! Так ведь это я виноват!» – засмеялся папа. «Я отдал варенье Хэмюлю, когда уходил на рыбалку. Ему нужны были призы для его лотереи на ярмарке. Я подумал, что муми-мама специально оставила банку на столе, чтобы отдать ее Хэмюлю». «О, аллилуйя! Тайна банки варенья раскрыта! И, к счастью, в муми-доле нет воришек!» «Как здорово! Великолепно! Что в подвале у муми-мамы остались еще банки с вареньем, так что все смогли угоститься». Они сели за большой, за круглый стол, достали земляничное варенье, пили чай, хохотали, смеялись и радовались, что нет в их городе воришек, что варенье земляничное очень вкусное, а детективы из Мумидола раскрыли свое первое дело. Всем приятного вечера, всем вкусного чаепития со своим любимым вареньем. Благодарю всех, кто будет смотреть в записи, слушать данный рассказ и кушать вкусное варенье. Всем пока, до новых встреч!